ни катаклизмов, ни бурь. Появился дикий вепрь громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король стонал желудком и астмой, только кашель сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный коих ела, коих в лес волочил. И король тогда издал три декрета: зверя надо одолеть наконец. Вот кто отважится на это, на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так сразу наискосок, бесшабашный жил в тоске и гусарстве бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пили меды, пели песни тут. Протрубили во дворе трубадуры, пострелка и во дворец волокут. И король его прокашлял: не буду я читать тебе моралью, нет. Вот если завтра победишь чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок, да это что за награда? Мне бы выкатить портвейн у бадью, а принцессу мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король все так прибирался, съел уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался, и этот самый то ля бык, то ля тур. Делать нечего, портвейну надспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок. Браво! Молодец!